Сегодня футболисты ФК Краснодар раздают автографы. Мы тоже попробуем прорваться быкам, если нас, конечно, не эвакуируют. Девушки, а кто последний в очереди? Вы? Нет. Вы, да? Спасибо. Это трэш какой-то. Расскажите, а с кем вы хотите сфотографироваться? С Федором Смолом. Федю мы верим, он выступает за сборную, и мы пожелаем ему удачи. А ты с кем хочешь сфотографироваться? Я? Я тут за компанию чисто. С Рамиресом. Понятное дело. Я люблю Смолова только. С ведущим. А кто еще будет? Федя, не слышал? А что, шапки? С ведущим. Ужас. Вырежьте это. А кто тебе больше нравится? Смолов. А почему? Потому что он сильный. Моя девушка, фанатка, она попросила автограф взять. Я тоже так же пришел. Ну, ко всем их трое я играл на позиции Маурисио Переры, плеймейкером. Самое главное в футболе – это переводить с одной плоскости в другую. Вот. А кто тебе больше всех нравится? Федор. Ну, потому что он вышел за кубок. Я с ребенком пришел, ребенок там где-то. А вы футбол не любите? Как? Он меня заставил смотреть его просто. Ну, в данный момент я хотел бы с Федором и пожелать его, чтобы он стал как бы главным абордиром России. Федя, ты лучший! Мы получили, что хотели!